ночи. Thank you.
Сейчас макет пополнит,
Центральный район врываются две германские пехотные дивизии. Конкретно 195-я, 295-я и 71-я. Одна из главных задач, которая ставилась этим подразделением, необходимо было прорваться к берегу Волги, что, к сожалению, фашистам практически удается сделать в первый же день. Естественно, наше командование не могло смотреть на это спокойно. На следующий день Чуйков назначил наступление на гитлеровцев с целью отогнать фашистов от Волги. Наступление 62-я армия начнет из района реки Царица. Вот мы сейчас увидим стрелочку в направлении удара. Пошло наступление. Несмотря на то, что пехоту поддерживают танки, отогнать фашистов от Волги не удалось, силы были не равны. И вот на помощь 62-й армии переправилась 13-я гвардейская стрелковая дивизия. И сразу же сходу десантируясь из бронекатеров, воины 13-й гвардейской вступают в бой с противником. Первый батальон 42-го гвардейского стрелкового полка 13-й гвардейской стрелковой дивизии прорывается к зданию вокзала Сталинград-1. И за вокзал разгораются ожесточенные бои, которые будут длиться с 15 по 22 сентября, то есть неделю. И в течение этой недели вокзал мог в сутки переходить из рук в руки от 10 до 13 раз. Естественно, при такой интенсивности боев многие бойцы погибли, лишь единицам удалось прорваться к своим убитым. 28 сентября 272-й стрелковый полк, 10-й стрелковую дивизию внутренних войск НКВД, также не выдержав натиска врага, предпринял попытку выхода из окружения. Возглавил выход из окружения комиссар Шарпин. Сейчас мы его услышим. С вами услышали содержание предсмертной записки как раз таки самого комиссара Щербина. Он понимал, что рывок будет рискованный, и понимал, что он погибнет. Действительно, так и произошло. И вот как раз таки при осознании того, что он скоро погибнет, Щербин оставляет на командном пункте свой жизнь. В конце сентября гитлеровцы захватывают большую часть центрального района. Сейчас я указываю передний край обороны наших бойцов. То есть на отдельных местах, в отдельных местах фашистам прорваться было, нужно было прорваться полностью фашистам. Нужно было сделать бросок, чтобы преодолеть пространство от 70 до 100 метров. Однако эти 100 метров защищались нашими бойцами красными. Несмотря на то, что город продолжал свою героическую оборону, фашистская пропаганда уже готовилась праздновать победу в битве на Волге. И об этом уже свидетельствует следующий. Так,
погребами представлен немецкий литографский камень, который должен был использоваться для печати агитационных плакатов. И данный немецкий плакат должен был говорить о том, что Сталинград пал. Москва – это голова Советского Союза, Сталинград – Россия. Однако врагу захватить Сталинград так и не удастся, данный камень был найден прямо среди гитлеровцев лагеря. Искать должен был во время уличных боев появляется новая боевая единица, это штурмовые группы или штурмовые отряды. Здесь мы с вами увидим их вооружение. Пистолет пулемет Шпагина, ранцевый огнемет Рокс. Рядом с огнеметом находится прототип современного бронежилета. Это стальной нагрудник. Боец штурмовых групп для успешного штурма здания брал с собой, да, можно выжить на данный депорт. Зимнее время года. Для того, чтобы датская армия могла продолжать сражаться с противником, войскам необходимо было материальное подкрепление. Это материальное подкрепление. Вместе с другими предприятиями всего Советского Союза помощь фронту оказывали и заводы города Сталинград. Самыми крупными здесь являлись Сталинградский тракторный завод, который во время войны перешел на производство танков Т-34. Завод баррикады производил орудия и наметы для наших войск. Красный Октябрь и Стая Петербурга. А на юге Сталинграда находилась Судакия, которая перешла на производство корпусов для танков Т-34 и производство. Здесь мы с вами видим условное рабочее место труженика предприятия и предприятия. Перед нами находится аппаратный станок. Сталинградская битва, конкретно во время наступательного его периода, проводилась две крупных наступательных операции. Это операция «Уран», это именно контрнаступление советских войск в Сталинграду, в ходе которой гитлеровские войска были введены в кольцо окружения. В окружение попала 6-я полевая армия Фридриха Паулюса. Это 330 тысяч гитлеровских солдат и офицеров. Естественно, группировка, оказавшуюся в окружении, нужно было уничтожать и перебивать. И уничтожали эту группировку уже во время операции «Сталинград». Операция «Уран» шла из 19-го июня, во время наступления советских войск под Сталинградом использовались вот такие вот наши 122-миллиметровые гаубицы. Здесь мы с вами можем повести речь о наших мотоциклистах. Мотоциклистов 8-го отдельного мотоциклетного полка. Во время контрнаступления советских войск мотоциклисты совершали диверсионные действия по главам. Во время диверсионных рейдов было уничтожено 15 орудий, 9 самолетов и также средств
Операция «Ура» проводилась 10 января по 2 февраля 47 года. В отличие от предыдущих артистов, с вами видели, что кольцо обсуждения вокруг Петербургских войск и здесь мы с вами выделили самую шлепую стрелочку направления на наших войск, указывающие нам с вами на события 26 января 43 года. На события соединения в армии Тверского фронта. С запада в территории Сталинграда прорвались воины 21-й армии Чистякова, с востока на встречу 21-й армии и 22-й армии Чистякова. И тут же мы видим две германские группировки. Южная, которая капитулировала 31 января 43-го года, и северная, оказавшаяся до второго фронта. Во время Сталинградской битвы гитлеровцы вместе со своими союзниками и итальянцами немцами для нас победа в битве на Волге стоила за дорогой ценой общей цели потери каждой армии стали около 32 партийных генералов, командующих армией, которые принимали участие в Ленинградской битве, а также в Ленинградской битве, во время предыдущего правительства, в Ленинградской битве. Об итогах Ленинградской битвы и о всемирном историческом значении победы битвы на Волге нас рассказывают последние слова. Любая военная победа не обходится без трофеев, захваченных войск противника. И здесь как раз таки представлена техника, оборудование, стрелковое оружие, захваченное у окруженной гитлеровской группировки. За коллекцией оружия находится стол, на котором проходил первый допрос плененного командующего 6-й немецкой армии Фридриха Паулюса. Фридрих Паулюс проводит у нас в плену 10 лет, 43-го по 53-й год. В 1946 году Паулюс, будучи уже завербованным нашими сотрудниками разведки, примет участие на Нюрнбергском процессе, где он будет принимать участие как свидетель советской стороны. Свидетелем для нас Паулюс был очень важен, потому что он был одним из авторов операции «Барбаросса» по захвату Советского Союза. Вернется Паулюс в 1953 году. Однако, несмотря на то, что он был уроженцем Западной Германии, потому что Германия, восточная Германия, советская зона. И там Павлович выживает в 1950 году.
видите штандарты поверхного флага, то вы не так же показываете солдаты, перед вами представлены шахматные столики, ручной работы по подарку из Люксембурга. Здесь же представлен подарок из Японии, наверное, это самый очевидный город. Thank you.
Я
посиди там, там. Может, там можно здесь посидеть. Подходите, ребят, почти закончили уже. Вот, тысячи. Там группа. Градцев, Фанцов делали все возможное, чтобы приблизить час победы, который наконец наступил 2 февраля.
кресло, это прекрасно. Наша армия разбивает фашистов на две разные.